Ребята, всем доброе утро. Меня зовут Виолинка, и, в общем-то, сегодня я еду на автограф-сессию к парначам. Этот влог я разделю на два дня. Выложу я его где-то в марте. Я думаю, что я его выложу где-то в марте. Чуваки, доброе утро снова. Мы встретились со Светой. Мы купили энергетики, потому что спать охота, а в школу неохота. В школу Почему мы не идем. Почему бы не проебать школу сегодня? Я маме сказала, то, что я пойду на два первых урока, потом в больницу. А я проебалась по температуре. Ну я и не туда, и не даст. Короче, на улице дерьмо просто дерьмичное, я не знаю. Да, блядь. Наши волосы превратились в дерьмо. Меня только что обрызгала машина. Вот. Лайк просто вот так. Спасибо, то, что... Приближать не обязательно. Спасибо, то, что у меня телефон не был в кармане. В итоге мы еще идем к Свете домой. Yes. Я буду сушить Виолетту. Мы будем сушить все. Мы мокрые киски. Короче, мы пришли к Свете. У меня тут появился новый друг. Тифур. Как? Тифур. Привет, друг. Я не запомню его имя все равно. Какой он хороший. Это название пирожных. А Свете мы тут делаем. Сумасшедший. За ваше здоровье. Чем мы занимаемся вообще? Смотрим клипы Wild Geese. Да. Толик, Еболик. Ну, в общем-то, все, я переоделась, накрасилась. Похоже, более-менее человек, по-моему. Сейчас иду на встречу к своему другу. И мы поедем. Там наверняка буду все в новых футболках, а я до сих пор хожу в старой футболке. Ребята, мы приехали. Ну, еще не в клуб, правда, но почти. Мы стоим, ждем моего друга. Ай, блин. Ребята, мы близко. Очень близко. Короче, ребята, мы приехали с автограф-сессии. Вот, я не знаю, сегодня, наверное, один из самых лучших дней, потому что, короче, когда я подходила фоткаться, и чтобы у меня расписались на плакате, спрашивают, Володь такой, типа, как тебя зовут? Я говорю, Виорика. Он такой, еще раз, я говорю, Виорика. Вот, и они, ну... Короче, их ударник Кирюха сказал, что у меня очень красивое имя. Просто, Кирюша, я тебя люблю. Я заебался. Мы простояли 4 часа в очереди, но это серьезно того стоило. А завтра я буду стоять вот с ним вместе опять-таки. Опять же, в очереди и уже больше, чем 4 часа. Гораздо больше, чем 4 часа. И это тем более того будет стоить. Это серьезно будет того стоить, потому что я не знаю, когда проночитель серьезно приедут, блядь, в Москву опять. Вот, поэтому... Ребята, ждите продолжения. Кириенко, ты конченый гандон. День два. Сэм, смотрите, сколько он мне пришел. В общем, сегодня мы едем на концерт. Да. Короче говоря, время 11:30. В час... У Дани закончатся уроки, и нам надо будет с ним созвониться, чтобы встретиться. Сейчас я пока, наверное, буду собираться, краситься. Где мой билет? А кто это тут стоит и красится? В общем-то, сейчас я попью кофе и пойду встречать друга. Я собрана. Собственно говоря, я одета точно так же, как вчера, даже та же самая барсетка с Wild Ways. Сейчас я буду выходить, кину деньги на карту и пойду к другу. Ну ладно, у меня другой макияж сегодня. Мне так нравится, когда на меня смотрят какие-то маленькие детки, а там, походу, стоит мой любимый дружок-пирожок, поэтому... Дань, я иду к тебе. Вот видите, этого человека в растаманской шапке, а я вижу, я иду к нему. В общем, пришла я к Дане сейчас, сижу, пью фреш-бар, жду, пока он оденется. Из Марбухаря. Дань, а? Ты кто? Неформал, блядь. Ёбаные неформалы, как вы меня нахуй заебали. Как меня от вас так не плохо. Нет! Рон-дон-дон. Хеврон-гандон. Короче, мы уже не можем уехать из Домодедовской минут 30, потому что Дань пошел в магаз. Переходил на 150 касс. Наконец, дождалась, ё-моё. Ну, не поймёт, что происходит, мне кажется. Мы приехали к адреналину. Живи. Станем до сих пор, ждём. Дань. Помаши мне вслед!
сколько там пива? Еще полтора часа до концерта, поэтому... А еще я говно, блядь. А еще я говно. Говно. Все нормально. Ребята, нас не видно, но мы еще сидим до сих пор. У нас еще полтора часа. Вот Серёжа просто полтора часа ровно. Это Андрей. Это Даня. Даня не видно, но видно Андрея, поэтому... Сидим и ждем до сих пор. В общем, ребят, мы приехали, мы все уставшие, мы так и не дождались конца концерта, мы ушли, считай, с последних двух песен, Даня очень сильно замерз, еще я в автобусе познакомилась с каким-то парнем, он мне дал свой номер, чтобы я написала в WhatsApp. Да, алло. В общем, мы приехали, везем такси, сейчас поедем домой. День был офигенный, что вчера, что сегодня, поэтому ждите новых влогов, я надеюсь, он не выйдет только в июле, потому что в июле концерт Кемов. Вот, ну, в общем-то, как-нибудь встретимся, увидимся, все. Всем пока, ребятки. Спасибо за просмотр.